что-то делать. Он научится как бы там с женщинами общаться, за ними ухаживать, все со временем. Но, Елена, ты изначально, когда пришла, ты неправильно себя подала ему. Хотя ты сама сказала, что чем дурнее, тем тебе больше нравится. Для чего? Да для чего? Ну, чтобы остаться. Перед нами просто псих. Перед нами просто маньячела. Дана сказала, мы переписывались с ним целую неделю. Да, она говорит, я заселюсь, он мне нравится чисто внешне. Да, но секса, она ему сказала, у нас не будет. Зачем с ним заселяться? Если ты знаешь заранее, что это будет происходить. Тогда лесом, иди просто усни тогда. Ну, потому что нужно терпение ждать. Дальше, дело обстоит следующим образом. День рождения у нас у чудовища наступило. 21 годик ему наступило. И что чудовище? Чудовище девочку подогнали, подогнали. Дальше поляну ему накрыли. И тут ему ребята, все сильные участники, начали говорить, какой он замечательный, какой он классный пацан, какой он жеребец. Этот в себя поверил, короночку одел, ну, потанцевал она с ним, может быть, там более раскрепощенно ушла. Я прям, она мне глазиками мигнула, типа, настал день. Ну, типа, вроде бы, сегодня волшебство у нас произойдет. Заходит туда, остались мы с Лешей Адеевым, сидим. Прибегает девочка,